Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о единственной дикой обезьяне, живущей в Европе. Ну, за исключением, конечно, человека. Итак, магот или берберская обезьяна, на латыни макака силванус. Единственная обезьяна, живущая в диком виде на территории Европы, в Гибралтаре. Кроме того, магот – единственная макака, живущая вне Азии. Маготов, среди других представителей рода, отличает в первую очередь отсутствие хвоста. Длина тела взрослых самцов этого вида 55-60 см, масса около 15 кг. Самки немного мельче, обычно не более 11 кг. Телосложение у маготов стройное, конечности длинные и тонкие. Шерсть окрашена в красновато-оливковый цвет. Безволосую морщинистую мордочку украшают густые бакенбарды. Как и другие макаки, маготы держатся группами, насчитывающими по 10-40 животных. Каждая группа занимает постоянную территорию, где обезьяны собирают пищу и отдыхают. Группа занимает угоды на площади от 3 до 5 квадратных километров. Несколько семей способны ужиться на одном участке. Ночуют маготы не только в густых ветвях, но и на горных склонах. Днем они в поисках пищи нерасторопно передвигаются по своим угодьям. Чаще всего они ходят на четвереньках, а стойку на задних конечностях делают только если хотят осмотреться вокруг. В группах маготов относительно много взрослых самцов, между которыми существует строгая иерархия. Социальный статус альфа-самца устанавливается только на основании добровольно выраженного согласия с взрослыми членами семейства. Самцы охотно возятся даже с чужими детенышами и часто повсюду таскают с собой выбранного среди малышей любимчика. Самец его чистит, развлекает, показывает своим товарищам. Детеныши служат также «белыми флагами» в кавычках. Их демонстрация снижает агрессию противника. Живут маготы в сосновых, кедровых и дубовых лесах, где питаются плодами, съедобными корнями, злаками, почками, побегами, семенами хвойных деревьев, некоторыми насекомыми. Распространены эти приматы в Атласских горах, это Алжир, Марокко, Тунис, и на Гибралтаре. В местах обитания животные поднимаются в горы на высоту до 2300 метров. Брачный период у маготов длится с ноября по март. В сезон размножения самка выбирает партнера, демонстрирующего хорошие отцовские качества. Беременность длится 5,5 месяцев, новорожденные обезьянки весят около 77 грамм. Половозрелыми становятся в 4-5-летнем возрасте. В недельном возрасте детеныш уже учится бегать, но дальние путешествия предпочитает совершать на спине матери. Молочное кормление заканчивается по истечению 3 месяцев. Интересно, что самки живут дольше, чем самцы. Бывали случаи, когда самки доживали до 30 лет, в то время как самцы редко переживают 25-летний возраст. Ну что, теперь интересные факты об этом животном. В раннем четвертичном периоде представители данного вида обитали почти по всей территории Европы, но потом практически полностью исчезли во время последнего оледенения. Маготы способны переносить морозы до минус 10, благодаря своему густому меху. В 2009 году этот вид был объявлен исчезающим видом. Все гибралтарские маготы происходят из североафриканских колоний этих обезьян. Доказательства, полученные с помощью анализа ДНК, однозначно подтвердили, что существующее население колонии маготов имеет относительно недавнее алжирское и марокканское происхождение. Никакие следы третьего источника в их ДНК, а именно древней, более несуществующей берийской популяции, найдены не были. Более ранняя теория, ныне опровергнутая исследованием ДНК, состояла в том, что изначально гибралтарские маготы были остатком популяции, которая распространялась всюду по Южной Европе во времена плеоцена, до примерно 5,5 миллионов лет назад. В любом случае, их присутствие зарегистрировано на Гибралтарской скале, прежде чем она была захвачена британцами в 1704 году. Маготы были завезены сюда, что наиболее вероятно, маврами, между 711 и 1492 годами, которые использовали их как домашних животных. Весьма интересная история маготов с Гибралтара. В 1855 году гибралтарских маготов взял под опеку Королевский военно-морской флот Великобритании. За целостностью популяции наблюдает специальный офицер. На территории магот получает не только подкормку, но также лечение и защиту. Несмотря на опекунство, в 1858 году колонию настигла эпидемия, в результате которой погибли почти все особи. Живых осталось только 3 обезьяны. Несмотря на это, губернатор Гибралтара велел завести новых африканских приматов. Еще одно пополнение магот ощутил после Второй мировой войны.
Как гласит легенда, когда со скал Гибралтара исчезнет последняя обезьяна, придет конец британскому владычеству над ними. Гибралтарская популяция маготов насчитывает около 230 обезьян, которые живут в шести группах. Кормление маготов в Гибралтаре теперь является преступлением, наказуемым согласно закону. Любой, кто пойман за кормлением обезьян, оказывается оштрафован на сумму до 500 фунтов стерлингов гибралтарских. Легенда гласит, что Гибралтар связан с африканскими геркулесовыми пещерами, подземным ходом длиной более 24 километров, который начинается в нижней части пещеры Святого Михаила и проходит под Гибралтарским проливом. Легенда гласит, что маготы попали на Гибралтарскую скалу из Марокко именно таким образом. Магот изображен на монете Гибралтара в 5 пенсов, на другой стороне королева Елизавета II. Природоохранный парк Аффенберг в окрестностях южногерманского города Залем известен своим монастырем. В этом парке проживает практически на свободе несколько семейств маготов. Свобода их передвижения ограничена лишь высоким забором, недоступным для преодоления животными. Король греков в 1917-20 годах Александр I из династии Клюксбургов 2 октября 1920 года во время прогулки в королевском саду Татой был укушен маготом, от которого защищал свою овчарку. Спустя 3 недели, 25 октября, король умер от сепсиса. Во время раскопа в 2003 году на Рюриковом городище в Великом Новгороде был обнаружен крупный фрагмент черепа взрослой самки магота, датированный радиоуглеродным методом по микродозам, периодом между 1160 и 1220 годами. Эта находка остатков магота пока является для данной эпохи самой древней на континенте Европы. А на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем. До новых встреч!